Макс, смотри, там картинка с тобой есть, четвертая на первом ряду. О, я думал, сова. Там реально сова есть. Там живой вообще? Сыр в виде Пакмана. Мультяшные четыре. Ты че? Хорошая. По 8 сразу начнем стрелять уже. Хорошая. Может, мультяшные? Это принцесса-лягушка, типа, имел в виду. А, ну тебе не кажется, вот это вот Plants vs. Zombies, вот это сначала мультяшное? Plants vs. Ну ты не знаешь эту? Тоже с самого начала об этом подумал. Орешка Plants. Ты думаешь? Vs. Да. Ну давай, ладно. Давай, врага. Я не знаю, где там мультик. Я сейчас такое, не мультяшное 4. Аси, где ты тут мультики? Мне кажется, лягушка ЖБ. А-а-а, я поняла. Я тоже вижу уже мультяшное 4 сразу сходу. Ну ты гений получается, мы тупые. Получается. Ну все, вопросов нет. Зубы. Короче, более явные зубы это у нас у льва. И давай поезд, поезд, прям там супер зубы. Супер зубы. Супер зубы. Золотой зуб нашел, Настя, прокачаемся. Давай, Чупикс, давай, блять, я потерялся. Зубы не видишь? Вон зубы. Поезд. Так, еще зубы. Ну да, у льва, тут... Да. Ну это клыки, блядь. Ну да, он зубы. Ну хотя бы. Я пошутил. Давай. Сейчас он, прикинь, он думал, медаль в зубах, типа. Он так держит, блядь. Ну, ураганы нестандартные мышления. Не, нормально. Давай это. Ладно, давай. Все, он тер. Мультяшная. С первого сразу ноль. Хорошо, что не на черные, блядь. Я хочу, чтобы казино было, нахуй, один. Бля, сложно связать, конечно, но ёба, наоборот. Казино один. Прагматик один, блядь. Казино... Не, казино два, это вот кости, блядь. А, в натуре. Кто так? Ася, блядь, заглатывает нервно, блядь. Я просто смотрю, как в мультике. Да. Ася, не нервничай. В Том и Джерри, блядь. Как нервничает, блядь, реально. Как в меме, там, потный там здесь. Да. За сердце держится, блядь. За углом, блядь. Давай сначала лягушку, может, попробуем. Подожди, сначала смотри, сверху вниз. Феечки, Винкс, типа вот эта вся. Ну типа щель там у них. Не, слышь, реально, слышь, мультяшная, ну типа феечки. Давай. Я сразу понял, что Ася щель имеет. Хорошо, ну давай твою принцессу жабу тоже. Давай. Сказал же. Хорошо, смотри, ёжик в тумане. Ну он нихуя не в тумане, блядь. Да куда ты? Нормально. Сова может с фонарем. Может, сова с фонарем, типа, а может быть. Может, Бэмби это, блин. А может, покемон, блядь? Ой, покемон. Пакман, блядь. Да, может, Пакман. Давай щель, блядь. А щель это вот это вот щель и вот это щель. Ну вот я думал, окно, типа, и что еще? Окно и иллюминатор. Иллюминатор то схуя щель. Да это для Аси щель, нахуй. Не, для Аси щель это лунка, блядь. А, в натуре, нахуй. Я просто знаю, что Аси щель именно лунка имел в виду. Давай, Рога. Ну, по идее, ну ладно, не буду. Я им помог, типа, ты про это? Не, я вижу щель. Не вздыхай так, молчи нахуй, сиди. Думай, блядь. Я тоже вижу щель. Я так скажу, не слушайте никого с противоположной команды. Ум. Ну, вон книга, вон птица с книгой. Да, давай, книга. И чё ещё ум? Казино, конечно. Не, это наоборот антиум, блядь, бездумье, блядь. Ну знаешь, тут вообще по уму вообще много всего подходит. Типа космос тоже, там наука и все такое. Бля. Я понял, короче. Может вот это, да, кстати, календарь, типа. Хотя ну хотя, как-то тоже. А, ну сова, может, типа умная сова. Ну тоже, да? Давай. Так, молодец. Написал бы птицы тогда, блядь, ураган. Так это описывает картинка. Ну, типа на картинке две птицы, я не могу так написать. Летуны. Я вот насчет этого и думал. Пернатые. Реально, перья два. Все, антерн, Чупикс. У нас время. А, точно. Так. У нас еще одно мультяшное и две щели, блядь. Короче, щель, мне кажется, это в сыре, вот в Пакмане там ебучем. Щели точно, 100% в дырки, блядь. Лунки это, блядь. Лунку не трогай, блядь. Он сказал других не слушать. Может, у меня уже в замке щель, блядь. Блин, начертить два? Точно вот этот, да? Точно вот карандашки вот это, блядь. Ну вот. Ну вот это еще может быть. Блокнот, типа. Ну так два. Ну да. Ну да. Давай, блядь. Давай твои, блядь, два гения. Подожди, тут точно ничего другого нет? Ну точно нет. Да, ну давай. Мультяшное одно осталось у нас, да? Да, и две щели. Да вот точно дырки в сыре, мне кажется. Блять.
А еще нахуй? Хуя себе щель, блядь. Ну, бля, мне кажется, может, вот это тоже щель. Ну, вот это тоже может. Что? Вот да это не, блядь, да не, рофлишь нахуй. Как у тебя щель с иллюминатором вяжется? Да типа дырка, то что там только вот это показано, понимаешь? Дыра в космосе, нахуй. Щель в космосе, если пазл женский. Давай с мультяшным попробуем. А щель у рыбы во рту, это не защищаем. Что может быть мультяшное? Мультяшное, не знаю, может, это, сука, этот олень ебаный. Или может вот это чудовище непонятное. Это муравьи. Это типа тупая муравья. Слушай, я голосую за иллюминатор, то, что это щель. Ну давай. Ебать щель, нахуй. Бля. У нас мультяшное одно осталось. Мультяшное. Что может быть мультяшным? Слушай, ну вот это вот похоже более, ну такой типа детский мультик. Типа детское что-то. Ну давай, ладно. Бля! Как бы это с детским мультиком? Бэмби! Бэмби! И в поисках Немо, вон еще снизу рыба. Бэмби, это уже Бэмб, нахуй. Ты смотри, как он вымахал. Ну похуй. Сказочные, даже в русских сказках, в мультиках там есть. Бэмб. Сейчас еще вижу. Бля, вы так близки были, но вот последний миг, ебать, свернули вообще не туда. Бэмб. Да. О, бля, можно только не я устала, нахуй. Нормально? Да. Вроде да. Все, тогда думаю. Я охуел. Что-то дисбаланс какой-то, блядь, получается. Ну я рандомлю. Двух дебилов, нахуй, к нему к урагану закинули еще, блядь. А что, ураган плох, что ли? Ну своеобразно просто. Давай, не пизди, блядь. Поссал уже, что ли, блядь? Не пизди. А, то есть ты это гандон за спиной пиздел, я понял, блядь. Я тебя понял, блядь. Жестко ты фрип. Человек? Крип. Mm-hmm. Тут 5 человеков. Человеков. Фамилия чет? А имя 5? Давай посмотрим. Давай. Вот это тоже как бы... Вот это человек. Вот это человек за дверью. Вот это человек. Вот это человек. Как бы... Вот это человек. И вот тут человек сидит. Вы играете с ураганом, бля, чувак. Ну, давай попробуем вот это в лодке, который... А что плохого? Подожди, в лодке явно человек. Это самый очевидный человек. Самый очевидный человек, нахуй, реально. Мужик сидит, блядь, это не он, нахуй. Да, мы когда с Джонни угадывали ураган, так же очевидные вещи попадались. Бля, ну там, согласна, сложно связать так, чтобы на чужое не попало хотя бы одно. Ну я стараюсь. Бля, Джонни, мы поняли, что ты самый умный, успокойся, нахуй. Я так звучал, как будто он старается, чтобы попало в чужую. Я стараюсь. Вон я тоже, блядь, 4 штуки захватываю, чтобы не попало, бля. В прошлом раунде вы же смогли? Хорош, я себя такое чувствую. Хорош, пожалуйста, не заплачу. Кто-нибудь еще, добавьтесь. Куда? Ну, типа, чтобы себя восхвалить. Друзья к себе? Ну, братик, да. Сразу силуэт тут, бля. Ну, тут ну, очевидно, Ася, очевидно. Бля. Очевидно, на. Чё? Очевидно. Ты дурак? Тыкай, нахуй. Чем силуэт? Там не силуэт, ебанут? Дурак, блядь. Вон силуэт сердечко, блядь, у кассеты. Да, я понял, что чипис рофлит, блядь, как в прошлый раз. Ну, тут очевидно второе, да, тоже? Ася, видишь, да, сразу тоже? Ну, вон силуэт, блядь. Ну, вон, блядь, где тарелка, нахуй, посмотри, блядь. Направо чуть глаза, посмотри. Увидел? Ну, вон антенна, тарелка, и там силуэт какой-то рядом с ней. Видишь, Ася? Ну, Ася, блядь. Мутишь, что ли? Нет. Игнаешь, что ли? Нет, я думаю, смотрю, блядь. Да вон, блядь, силуэт дракона, нахуй, не видишь? Блядь, вот. Там, мне кажется, это не силуэт, а более что это, очевидный, блядь? Нахуй, дракон. Убери, блядь, подожди, дай подумаем, у нас есть время. У нас 10 секунд, кенгуру также может быть. Ну хуй с тобой, блядь. Ну это не полный силуэт же. Ну ладно. Все, извиняешься теперь за то, что я верю. Да вот. Тихо, блядь, ты вообще, ведущий, молчи. Я хуел там вообще, твой команде долбай. Ну да, ну чтоб потом нам не продевал, блядь. Ебать ты меня в игнор кинул просто. Не, просто... Да я потом размышлял. Нормально тёр Наси, блядь, мыслитель, блядь, ебанутый. Размазня, блядь. Я просто, я помню тогда чупиксы, когда они отгадали, так я да, сказал, когда они все угадали. А перед этим Гой надо будет. Ну что, человек, тихо. Жаль с нами, Томаса нет. У нас остается типа этот самурай с ракеткой, блядь, Санта и онкологист этот, блядь. Онкология. Бля, Фрип, ну ты мощный нахуй, конечно. Ну это ебучая сердечная, бля, любовь, лове. Ебать, наконец-то Аси может кого-то подъебать теперь, за неправильное слово сказать. Так, онкологист? Да я даже без этого подъебал. Да, онкологист, бля. Подожди, ты думаешь, онкологист? Да. Похуй. Пиздец. Онкологист.
нахуй, пикай попугая, он человек, нахуй. Чем вам робот не человек, нахуй? Бездушная тварь, хотите сказать? Да, это я ухожу. Может, тот орк, блядь, в глазах урагана человек? Ну явно не ты, блядь, в глазах его человек. Ты чё, нахуй? Дисней один, бля. Затерпишься, блядь, такое? Дисней один, там Дисней, когда заставка идет, там замок нарисованный, похуй, блядь, джина выбираем. Ну, блядь. Поебать, могла бы сказка написать, но это точно не... Бля, я хочу, но я боюсь, можно ли так писать. Та осуждёнка? Пиши. Сын, минута будет у тебя еще. Блять, я не успел дописать, я могу сказать? Я могу дописать? Я просто не успел дописать. Что это? Электричество. Ну я понял. А мы думали, отель ты. Отель. Отель? Отель, ну вон домики, видишь? Да. Ну блять, это не электричество у него там рядом. Нет, про другое я говорю. От электричества, по факту, провод видишь у попугая на микрофоне? Бля, по факту видишь, утюг нахуй катается. Он от чего работает, как? Приятного. На батарейках? Спасибо. Приятно. Спасибо. Задохнись. Ой. Ясно. О, подавись, вернее. Блять. Перепутал, сори тогда. Ну смотри, тут утюг работает от электричества только. Ты что, не видел без электрических утюгов, что ли? Ну блядь, с такой логикой по факту и колесо обозрения тоже на электричестве работает. Ну ты же об этом не подумываешь сразу. Бля, не дай Аллах нах, что это будет микрофон. Да похуй. У нас форы есть. В костюме 3. Ну вот этот в костюме. Не расслабляйся, чупик. В костюме Деда Мороза. Да, ага. И этот, самурай, блядь. Самурай. Мне кажется, он человека как раз туда связал, костюмы эти. Больше человека нет. Вот грустно сказал. Этот мир проник. Не осталось ничего. Все, интер. Еще людей не осталось, блядь. Да? Нет, реально, да. Ну там вон только два чародея, блядь. Да, я на них смотрю, думаю. Чародея. Ну их нахуй. От греха подальше, блядь. А чё, он с тыквой? Это не человек, по-вашему, блядь? Руки, ноги есть, нахуй, голова есть. Он такой, он выглядит таким тупым, блядь. Улыбается еще так. Plants vs. Zombies. Когда это Диана сказал, Plants vs. Zombies. Это его захуесосило жестко, блядь. Он выглядит дебилоид просто. Пиздец, за что ты так, ебать ты, бля. Бля, ну, ебать ты немногословен. Бля, ну... Я написал. Ух, успел. Звук. Ну, значит, ты был прав, это микрофон, значит. Бля, подожди, по времени, нахуй. Рассмотрим потихоньку. А вдруг это музыкой поделиться через QR-код, не думал бы? Бля. Ну ладно, поехали, бля. Да я уже этот... Да не, охуенная мысль, давай. Нет. Давай уже, бля. Либо мы до конца ждем просто время сейчас. Ну ты же, бля, руины будешь, не... Ладно, прогнулся. От электричества тогда что? Ну так это и был микрофон же, не? Ну тогда ты думаешь, колесо... опять только... он ее может ебануть? Ну тогда колесо обозрения твое остается. Похуй, тикаем. Тикаем. Ну все. Давай на рандоме кенгуру еще. Давай не будем на черный нажимать пока что. Давай. Пусть они в конце нажмем. А у них все равно 5 пока угадают, блядь, там. Ураган пока свежий. Не, если что, вы, кстати, не могли указать. У вас 5 отгаданных и 5 всего давалось в списке. Вы одну на рандом кликнули. Хорошо, провелись. Понял, блядь. Значит, мы крутые. Кто? Провелись. Правило, которое объясняет. Под водой 2. Ну вот это, блядь, самое просто очевидное улыбка, здесь. Да. Ну, просто ураган, что-то вы нажали за нас. И тут либо ванная, либо типа вот этот завод сверху. А, ебать, да, я тоже на завод помню. Попробуем его, может. Ну давай. Красавчик ураган. До этого обсирался, если красавчик сделал. А все ж понятно пока что. Блять, Ася, что думаешь? Смело? Тыкай. Да давай подумаем, нахуй, заебал ты, блять, ошибаться, блять. Ты, бля, ошибка. Ой, бля, ошибаешься. Ошибаешься, блядь. Смотри, нахуй, дом. В доме есть по-любому ванна, нахуй. И там гигиена. Какой дом? Вон слева кирпичный. Или зеркало. Это не дом, блядь. А что это? Город. Жми на тёрн. Три они не угадают в любом случае, поэтому. На расслабоне начали, как блядь. Если это такой ураган, пиши дебил один просто. Бля, я очень хотел сильно рискнуть, это было бы супер смешно, но... Но? Шутка останется в том, не, давай я рискну. Да то, что мы с Асей играем, это очень смешно, блядь. Эпидемия 3, блядь. Ебать, изи, кстати. Эпидемия. Вот это, мне кажется, может, то, что там, типа, перекрыто. Типа, соблюдайте... А, не, QR-код, блядь. Точно эпидемия. Ну, давай попробуем. QR-кодик. Мне кажется, вот эта хуйня, то, что там лентой вот этой заклеено. Хорошо. А третье что? А это мы потом решим. Нет, третье что? Бургер, типа, доставка, блядь. Да я хуй знает. Ну точно, так подожди, точно не тыква эта ебаная, блядь. Ни крылья, ни медведь. Хотя он, типа, он один сидит, эпидемия закрыли, блядь.
Закрыли зоопарки там. Целую историю придумала, блядь, вокруг медведя. Эпидемия, закрыли, потом его увезли в зоопарк. Да у нас 10 секунд, блядь. Оставили одного, он там палкой, блядь, по миску водит, видишь? 5 секунд, блядь. Нахуй ты со своими, блядь, людьми этими голубами. Я тебе говорю, медведь, нахуй. Какой на рандоме, блядь, ты чё? Пиздец, блядь. Но он сказал, это смешно, блядь. Смешно? Ну давай. А, дебило тыкай. Давай тыкай, смешно же это. Пробуем по-братски как-то по-другому. Что тут может еще смешно быть? Отражение, бля. Он забыл, сука, он забыл, сука. Мы проебали. Бля, ну... 4-8 выигрывали. Вот этот вот. Думаешь, что типа вот нижняя часть отражается? Да-да-да-да-да. То, что типа зеркально, блядь. У тебя есть чупик с логикой? Я не понимаю. А, не, не прыгаю. А что тогда, нахуй? Может, крыть? А, это смешной, да, получается? Ты сказал, давай на рандоме кенгуру пикнем, блядь. Я такой, да, да, я такой, да не, не надо на рандоме. Отражение в окне этого. Я уже забыл про экскаватора. Вот я такой, я говорю, рискну, но будет смешно. Вот эти вот. Бля, я думал, это смешно, типа, ты про вот это... Да, я тоже думал, какой-то смешно. Диана там. Да. Позором проебали. Че, ластовую тогда сыграем? Давайте, давайте ластовую. Ну, бля, мне опять фрип загадывает, сука, ну это пиздец. Давай еще раз за руль. За руль. За руль садись. Бля, как будто нас просто местами там поменяли, да? Все, ласт давай. Да, бля. Все, играем. Ой, бля. Давай, Диана, не ссы. Нормально. Пиздец. Блядь, я еще и начинаю, сука. Это ты поебаная. А я не могу с ней. Понс весь зомби, если бать еще. Ошибка, блядь, на самом деле. Бля, сейчас. Напиши, дебил один. Так я напишу, блядь. Млек, блядь. Млек, блядь. Млекопитающий хотел сказать. Бля, умоляю. Она же в вашей команде, чего вы ее смесите? Блядь, как же сложно, нахуй. Да давай сразу 9, пол. Просто найди одну деталь маленькую. Не, погодите, давай просто, ну реально. Дебил один пишет. Да. Я пока буду думать. Просто не хочешь, чтобы он тебя отвлекал? Давай, врагам, побольше захватывай, бля. Кан. Спортивный два. Ну, блядь, смотри, спортивный по-любому хоккей сверху. Ну, спортивный. Мячик типа вот еще. Ну да. Давай с хоккея, блядь. Спортивный пацан же там. Ебать, блядь. Вообще, на спорте, блядь. Мне кажется, типа, вот эта хуйня и вот это, блядь. Типа, гольф и футбол. Гольф и мяч. Просто понимаешь, если бы он не спортивный писал спорт, тогда можно было их, да, очевиднее было бы. Там он спортивный, да, блядь, как тут вот, чё, блядь, описывает. Тараси ураган противоположников не задевать, блядь, пожалуйста. Противоположник. Другие вот детали, блядь, ищи нахуй. Ищи нахуй. Как я красиво делаю конкретно. Огнеопасно один. Я не вижу. А, динамит. А. Бадяна по одному стреляет. Короче, мы спортивные угадаем. Ой, блядь, долбоёб. Ебень. Ебень, блядь. Ну давай гриб, нахуй. Тут что еще овощи были, может быть? Ну, по его логике. Это не овощ, конечно. По его логике овощи. Плэнс виси зомби, ну, бля, это камень же, нахуй. Давай мяч попробуем, может. На спорт? Да-да-да. Давай. Так. Так же можно и гольф? Да-да-да-да. Ну теперь давай, овощ. Ну же в колодце то, что там растет, типа. Ну вот я тоже до этого думал. Вот что-то такое вот прям растительное в другом месте, как будто. Ну, либо вот этот орех в очках, блядь. Или думаешь, что он подумал, что это орех? Это мало ли. Давай колодец попробуем. Ну, бля, ну там пиздец, лепестки, типа то, что растение, типа, думаешь. Ну да. Ну тут типа только вот эта хуйня подходит больше всего, и яйцо вот это, блядь. Ну ты что хочешь? Ебать. Озадачил. Давай колодец попробуем. Как-то поочевиднее, блядь. Блять, то овощ, то камень, нахуй, то этот, это пиздец. Аси, я бы написал спорт 2, и тогда бы точно, типа, спорт это хоккей, блядь. Я спортивный прям написал, типа, не спортивный типочек, там мужик, спортивный мяч. Ну, блять, так же и человеку можно. Ебать, риролли. По приколу пусть будет. Пиздец. Что за хуйня? Что? Бля. Я бы на... Бля. Ужас, нахуй. А, вот вы на чем угораете.
Давайте с лайта начнем. Ты сейчас один, бля, только не вздумай нахуй. Один я хотел. Я могу тебе тяжело, окей, хорошо, давай, давай. Давай, 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 вот так интересней. Давайте с лайта начнем, Гойда. Это не тяжело, два это же не тяжело, бля. Я, нет, тяжело, я тебе, давай, ну, именно слово. Геометрия, поехали, вот это по-любому. Так. Какое? А. Вон, снизу. Может, тетрадка, типа, еще с карандашами? Чё думаешь? Как вариант, на самом деле. Сейчас я еще другое смотрю. Ну, давай. Бля. Ты, бля. Ну, он же сказал слайд начать. Шар 2. Ну, шар вот этот есть у нас. Ну да, воздушный шар. И шар второй. Ну, типа, шар для боулинга или лампочек? Да похуй, давай это. Или вот этот шар, рыба-шар. Ну, я тоже думал, но типа, да похуй, самое очевидное это он. Не очевидно. Ну и ладно. Зато не черная. Зато не буква Я. Геометрию мы найдем. Раскладки. Давай другое свяжу. Бля, могу. Нет, нельзя говорить. Давай попробую так. Собачка? Да, 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 да. И вот сверху еще там два кентафарика есть. Там предложение делать. Ну, типа, задинамил и по френдзону, думаешь? Друг, бля. Звонить другу. Блядь, ну вряд ли. Звонить другу. Ну ладно, это не то. Звонок другу. Кто хочет стать миллионером. Слышишь, я геометрия, знаешь, что подумал? Вот этот дракон, видишь, вуги-вуги, бля, тут вот рядом стоит треугольное. Вигвам, вигвам, бля, ладно. Я думал, что ты хуйня треугольная, типа колеса там у динозавра круглые, блядь, и карандаш еще. Друг, блядь. Друг, нахуй. Ну, друг, мне кажется, вот эти манекены, типа. Может, друг, который в КС с крыльями играет? Блядь. Ну ладно, давай. Наверное. Да-да-да. Геометрия, братик. Ебать, у меня гениально. Ебать, у меня нет Томас 2. Ну, настолько тупо не может быть. Где с кисточкой ты видишь? Тыкни. А, ну там нихуя не геометрия. Кисточка там не употребляется, Саша. Да, и вам похуй. Не употребляется. О. Блять, ебать гениально будет сейчас. Ебать гениально. Я просто, видишь, связал из-за того, что там треугольный и снизу треугольный. Не, я что думал об этом. Что я следующий загадал, это просто смех, блять. Подводное 2. Ну это рыба вот эта вот. Ну значит она и шар? Ну да. А, ты про это? Давай сначала твое, потом вот, ну давай пух. Заебись. Подожди, а может подводная лодка? Давай. Или... Да похуй. Ну заебись, у нас два шара, все, я не понял. Вот, так вон шарик был, блядь. Блядь, это такой смех, блядь. Ну да. Его тебя разъебало, блядь. Тыкай, крылья. Тыкай, крылья, крылья, тыкай, тыкай, тыкай. Тыкай, говорю же. И вот это сверху, справа тыкай. Теперь интерн. Сходу, блядь. Тут, блядь, вообще нахуй. Бля. Просто пак Томаса просто. Блядь, это реально такой смехотрон, блядь. Просыпается там, смешивки снимает, блядь. И идет красить, блядь. О, бля, ну это мощно. Да. У меня слезы. Дерево 2. Ну, вот это дерево. Да вон, давай дерево пикнем настоящее. Ну, это дерево. Ну, чё мозга ебать? И Томас зашёл, блядь, по таймингу. Смеётесь над патриотом, блядь? Бля, брат, ты сам сожрает уже пиздец. Джонни, больше меня в этой конфе не будет, иди нахуй, блядь. Ты Джонни вспомнил из-за того, что я Кент из КС-ки, да? Да. И тут реально идеально Томас подошёл. Все, интересно. Давай 3, бля, грамотно свяжи, блядь. Дай бог, не свяжешь. Свяжи 3, бля. Мы угадаем, не сына. Ебать, я угрожать начал. Прибодрил. Подожди, мы только один раз мисснули, да? Да. Охуеще. Ой, блядь. Шаром для боулинга. Блядь, я чуть... если бы я пикнул... Ладно, не буду говорить. Лишний пизданов. Жалко Томаса. Спалили, блядь, 2... 2... X2, нахуй. Ладно, не, я не... Блядь, я боюсь связать просто. Да свяжи, свяжи, похуй. Мы же для интереса играем. Не для победы. Да? Давай. Да, блядь, 3... А тут ведьма 2, нахуй. Хорошо, 3, 3, 3, 3. Давай Вуду. 3 ведьмы, да? Ладно. Мне кажется, типа вот это еще. У Филин есть у ведьм. У всех. О, нихуя, спасибо. Что это халява? Не, кстати, я тоже на филина подумал. Съедобно. Блядь, печенька, я понял, что ебаная. Такое. Там, короче, видишь, гипноз справа сверху, короче. Нет. Свеча, я когда, уча, когда, блядь, дру, блядь, этот, блядь. Когда геометрия это была дракон и снизу, я хотел, типа, кукла нельзя было никак написать, я друг 2. И Аси прям идеально сказал, типа, продолжила, она отшила, типа, и реально друг, типа, две куклы вот эти.